В Твери официально открылся сезон электросамокатов. Первые средства индивидуальной мобильности выставили в центре города. Их можно взять в аренду, однако это разрешается делать только с 18 лет. Самое главное правило для водителей СИМов – пересекать проезжую часть нужно только по пешеходному переходу. При этом нужно обязательно спешиться. Также правила дорожного движения запрещают ездить на самокатах вдвоем. Скорость движения не должна превышать 25 км в час. Также запрещается двигаться со скоростью более 8 км в час, если СИМ создает помехи для движения пешеходов или подвергает их опасности.